M1 Global presents. И мы находимся в Санкт-Петербурге, где сегодня прошел турнир М1 Челлендж 74. Рядом с нами чемпион М1 в среднем весе Рамазан Имеев. Рамазан, рады тебя видеть. Добрый вечер. Сегодня все, за кого ты болел, выиграли. Я имею в виду Абукара и Рашида. Да, на самом деле я приехал сюда поболеть за моих братьев, за Абукара и за Рашида. Очень достойные ребята, они достойны этих поясов. Они реально и в жизни чемпионы, и здесь чемпионы. Пусть они всегда будут вот так. Как тебе бой Рашида? Как ты оценивал соперника Штефана Пюца? Как думал, бой мог сложиться? Да, вот Штефан Пюц, он очень серьезный, сильный соперник для него был. Но мы все готовились под этот бой очень аккуратно. Рашид Оль так же, как Штефан всегда работает, так же и Рашид на контратаках работал. Ну так и получилось, все по плану, все сделал как четко. Итоги победа. Расскажи, как прошло твое восстановление, как ты теперь, ну, начал ли уже тренировки, чтобы в форму войти, как думаешь, сколько тебе времени потребуется? Да, я уже тренироваться начал, вот уже неделю тренироваться начал, мне пришлось ногу снять, операцию сделал, большой палец там уже гноилось у меня, во время проезда боя тоже она в гное была. Сейчас уже все, уже тренироваться начал, чувствую себя хорошо, уже как бы все хорошо. Когда следующий бой хотел провести? Пока чуть насчет этого тишина такая. Ну, посмотрим, что как предложат. Посмотрим пока. Пока ничего нету. Будешь ли следить за боем Александра Шлеменко и Брэдли? Да, конечно. Мне всегда интересны бойцы М1. Думаю, конечно, стоит посмотреть бойцы на боев. Что они, как они подерутся, какую технику покажут. Для себя какие-то выводы сделать. Такой еще вопрос. Хабиб Нурмагомедов уже через буквально пару недель будет драться за временный титул в UFC. Что думаешь об этом бое? Вообще, как на связи ли ты с Хабибом? Как? Да, Хабиб, он, конечно, на связи, очень хорошо с ним дружим. Я очень надеюсь, что он выиграет этот бой. У него другого выхода, можно сказать, нету. Этот бой он просто должен вытащить, выиграть. Соперник тяжелый, но все за него болеем, все за него дуа делаем. И я уверен, своим духом, своим стремлением он должен выиграть, он выиграет. Рамазан, спасибо большое за интервью, рады были тебя видеть. Несколько слов болельщикам. Кто за меня болеет, конечно, я искренне рад, что эти люди есть. Я всегда буду стараться вас радовать. Пусть в вашей жизни будет все хорошо, всех благ вам.